Многих проектантов, инженеров и архитекторов есть грандиозные идеи, но лишь немногим удается построить что-то на самом деле умопомрачительное. Вот вам десятка мегапроектов строений, которые будут введены в ближайшее время. Номер 10. Дасин. Международный аэропорт Пекина, Китай. Несмотря на задержки, строительство находится на завершающей стадии, и вскоре он станет крупнейшим в мире аэропортом этого десятилетия. После того, как работы будут полностью завершены, ожидается, что объект сможет обслуживать около 100 миллионов пассажиров в год. Номер 9. Королевская башня Джидда, Саудовская Аравия. Одной из проблем при возведении данного здания было достаточное финансовое обеспечение. Но этот сложный вопрос был недавно решен. На сегодняшний день завершения объекта планируют к 2020 году. Тогда Королевская башня будет названа самым высоким зданием в мире. Номер 8. Чернобыльская арка, Украина. Конструкция состоит из 32 тысяч тонн стали, стоимость которой оценивается в несколько миллиардов долларов и предназначена для защиты от радиации. Взрыв на атомной станции произошел в 1986 году. После установки саркофага, предположительно в 2017 году, ее можно будет использовать по крайней мере еще лет 100. Номер 7. Отель «Абрадж Кудай» Мекка, Саудовская Аравия. Двери отеля откроются в 2017 году. Это гостеприимное место сможет похвастаться самым большим количеством номеров в мире. 10 тысяч номеров. Это число намного превосходит нынешнего рекордсмена MGM Grand Hotel в Лас-Вегасе. Номер 6. Туннель Crossrail, Лондон, Англия. Мало того, что работа идет в устойчивом темпе, это еще и происходит в центре одного из самых густонаселенных и оживленных городов мира. Первая станция была закончена в сентябре 2015 года. Ожидается, что пассажиры смогут воспользоваться этим туннелем уже в 2018. Номер 5. Лос-Анджелес, стадион Инглвуд, штат Калифорния. Рэмс официально возвращается в Лос-Анджелес и планирует построить стадион для команды, достойной НФЛ. Трибуны для фанатов займут площадь в 300 акров. Ожидается, что на строительство этого стадиона уйдет 3 года и более 2 миллиардов долларов. Номер 4. Готтардский базисный тоннель, Швейцария. Постройка 35-мильного тоннеля в основании швейцарских Альп – непростая задачка, но она полностью окупилась. Туннель станет быстрым проходом через горы. Праздник в честь открытия будет устроен в июне 2016 года. Номер 3. Дорожка Джан-Дзян-Дзе, Гранд Каньон, Китай. Кому-то, возможно, не будет страшно пройтись по дорожке, находящейся на высоте 300 метров над землей. Этим людям, несомненно, стоит приехать в мае 2016 года на ее открытие. Это будет 1200-метровый пешеходный проход, самый возвышенный и протяженный на планете. Номер 2. Диснейленд, Шанхай, Китай. Дисней создает магию, но это не происходит за ночь. Примерно после 7 лет планирования и строительства еще один тематический парк компании будет открыт 16 июня. Номер 1. World One, Мумбаи, Индия. Еще недостроенная башня уже сейчас является одной из самых высоких зданий. А полностью жилая башня должна быть готова в 2017 году. С точки зрения архитектуры и дизайна, массивный объект может сравниться с достопримечательностью Чикаго, Уиллис Тауэр. А какой мегапроект вы считаете наиболее интересным?